Я со времен Советского Союза ездил в Украину отдыхать. Я никогда не считал чужой страной. И мы все славяне. Все началось с Киевской Руси. Наша земля. И народу решать, где им жить. Мы народ поддерживаем. Не там, не власть. Мы за народ. Мне дали автомат. Мне никто не... Да. Жил в шоколаде. Да, жил в шоколаде. У меня все было хорошо. Офис в центре Москвы. На Таганской площади. Просто я приехал и все. В чем меня обвинять? Я помогаю своему народу.